Ребят, вы готовы? Мамор, Джунь. Джуни, Мамора. Еще нету там охраны, понятно. Это что-то пиздец какой-то популярный. Вообще он сам говорит, что вроде тоже что-то купит, но я хуй знает что. Поэтому... Меня видно? Да. Только что не снимаешь. А, снимай. Это видеоблог. Погнали. Кстати, не взяли чистилку для... Ну, понятно, что уже не важно. Да вот мы, возможно, не останемся с ночевкой, но у нас полный багажник всего. Привет, друзья! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас необычный выпуск, ведь мы отправляемся на ранчо к нашему американскому другу. Это будет поистине американская приключенческая поездка, где нас ждут потрясающие виды, новые знакомства и, конечно же, интересные моменты. Я давно мечтала побывать на ранчо, посмотреть, чем же оно отличается от наших привычных дач и посмотреть, как там вообще все устроено. Наконец-таки у меня появилась такая возможность. Если вам нравится то, что я делаю, и вы хотите больше таких видео, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И, конечно, ставьте лайк, если вам понравится это видео. Это помогает мне создавать еще больше интересного контента для вас. Ну а теперь давайте отправимся в это увлекательное путешествие вместе. Приятного просмотра! Короче, это видеоблог. Добро пожаловать во влог. Мы сейчас идем туда. 30 и 60 эти штуки. А здесь сколько? Где ты увидел? Нормально. Пойдем смотреть винтовки. Ну смотри, давай сначала винтовки. Нет, пойдем луки сразу смотреть. Тут, короче, во-первых, голова, конечно, это выглядит ужасно. Я про... Ой, а это что? Это переноски для собак. Мамор, залезай. Но они какие-то, мне кажется, они не самолетные. Луки. Блин, такие прикольные. Что это такое? А это, наверное, мишени для лука. Мягкие. Морка. Джунька. Чё? О, по скидочке. Что это? 40 баксов скидка, наверное. Вот этот фиолетовый классный, мне нравится. Прикольно. Вот это тоже, наверное, мишени все. Идем к винтовке. Что это такое? О, ганы. Хм, прикольно. Да типа проверять, что ли, что-то? Блин, на самом деле у меня руки начинают трястись, когда я просто беру, типа... Пиздок. О, Джуни, не мешайся. Это она просто... А, это прицелы. А, да, точно, это прицелы. Прицелы, смотри, это не настоящие. Да понятно, что это не настоящие. Я думала, что это может проверять, типа, ну... Какой тебе нужен пистолет? Удобный. Тоже всякие прицельчики. Отдел для собак в охотничьем магазине. Куда без него? Мамор, ну мы не будем тебе игрушку тут покупать. Нет, маморочка. Нет, маморочка, нет, извини. Ой, какие миски классные. Очень классная миска, красивая такая. Все, пойдем скорее, а то да, сейчас мамора с ума сойдет. Жилетики всякие, кофточки, курочки. Прикольно, короче. А как это магазин типа охотничий какой-то, да? Типа а-ля. Джуни тут идет. Топает. О, это пистолеты? О, это же револьвер. Револьвер. Прикольно. Вот это.
Слушай, вот это похоже на винтовку. Блин, это так, конечно, интересно выглядит. Типа, ну, я никогда не видела вообще, мне кажется, оружие. Ну, особенно револьвер вживую вообще никогда в жизни не видела. Тоже прикольный револьвер. О, вот револьвер всего за 200 баксов. Russian roulette. Только трога. Я не буду вообще Джуни, аккуратненько. Короче, мы доехали. Собачки. Здесь не видно. Тут, конечно, да, свеженько. Бор. Джуни, yeah, well, Washington's pretty. It's so pretty, but it's very expensive. Уже так темно стало. We don't bring our dogs because they're loud and crazy. Well, not our chihuahua. Our chihuahuas are a little loud, but they're not. Okay. But it's different from American sweet potatoes. American sweet potatoes are like orange. Yeah. It, Japanese and Korean sweet potatoes are like closer to this color, but more yellow. Howdy. Hi. Lots of Russians today. Yes. We call Nick the Russian. Так сказать. Немножечко ветрено. Самую так малость. А, можешь брать в трейдер? Ну, пока все здесь, то. Ну, и... О, Джуни, нас сейчас снесет с тобой! Все, пошли в укрытие. Идем в укрытие. Все, пойдем. Все, делай все дела. Воу. Все. Трэш там происходит просто пипец. All right, you gotta try to flick off the dingler from the cat. Бой, ну давай уже, что ты изучаешь там. Окей, film me. Oh my god, I hate it. bring my. Okay, here. Cool. Nice to Cody. Made in the proper order then, because I'm fucking such a perfectionist. But then which way around? To Nick. Damn. Such a long day. 2 hours later. Yeah. I've gotten it off in, I think, like all right, four all right, flicks. All right. I thought you were one puff man. I fucked that one up. Well, sometimes I just don't finish. Oh. Shit, you fucked up the cap. Oh, Hunter's other hand was squeezing. Too strong. This is going to be how are we going to close the... I guess but как будет наказание? It was probably going to vanish anyway. Punishment? Punishment. Okay. Is it like a prize or punishment? It's both. Depends on who you ask. Oh my god. If you want to drink crying. It, it's a prize. I want it. If you're nervous that you're going to have to drink it. Oh, shit. I don't really want it. It's like curved around. I got this. It's a bit tricky. No, I got this. English. Nah. Nowadays, English slang is very vulgar. It's all about sex. That's why I left. Give it to me. No.
Give me the shot. Guys, just... I gotta hit it from the back. Gotta hit it from the back. Yeah, clip it. Or bleep? Are you talking about... Or beep, beep. Oh, I did, but you did. Yeah, that's... What he's talking about is like cutting out... Oh! Drink. Woo! There you go. It's a future called moisture. Fuck. Look at him, your buns. God damn it. Made in USSR. Блин, они даже выглядят как пипец. Байкал. СССР ближе, чем мы думаем. Мамор. Мамор, чего ты там изучаешь? Маморочка. Я не вижу ничего. Джонни. Хавай. Бэйби. Мой бэйби. Не будет больше хот-дога. Пошел дождь. Я на самом деле очень рада, я безумно рада, что тут такой классный трейлер, в котором мы будем спать, потому что я не завидую тем, кто будет спать в палатке. Ну, Боря хотел поспать в палатке, он будет спать в палатке, но еще и сказал то, что это намного круче спать в палатке в дождь. И дождь начинается, да, уже там, ну, не видно, сверкает или нет. В общем, да, вот так вот. Я уже очень хочу спать. И да. Но завтра, может быть, будет что-то интересное. Я не знаю, буду ли я стрелять. Ой, блин, не видно на камере, как сверкает там. О, видно. Вау. Вау. Прикольно. Но романтичненько так, романтично. Так, вам помощь нужна там? Ну что, Борь, ты все еще хочешь спать в палатке? Да. А что там, сосиски еще есть? Надо пожарить. Ну тогда нету сосисок. Вам помощь нужна там? Вам помощь нужна там? Да, помощь нужна? А, чуть-чуть. Капец. Маморочка, нет, не идешь никуда, мамор. Это звучит очень громко. И очень страшно. Красиво и страшно одновременно. Я на правах самого взрослого человека этой компании слилась спать. Так что да, мы с моими двумя братами-акробатами пришли вот в такой place. Да, такой place. Это типа автодом. Хотя тут... Такое местечко. Вот тут я. Мне не видно за вспышки. Вот. Так что да, мы с зайчиками ложимся спать. Ну, пытаемся, по крайней мере. Вот. Так что да, увидимся завтра. Чё, не ты проснулся? Хочешь.
Там так еще из-за того, что она касалась, там нахуй натекло воды. Но слава богу, она типа только в том конце. И типа у меня матрас, он блядь. Скажу, наверное, не очень. Но вот такое доброе утро у нас. В 9 утра. Джунь, пойдем к маморе с папой. Ну и красиво. Немножечко фарша. Мама, ты правильно сейчас ты мое не сказала? Так. Джунь, хватит. Что сейчас было? Ну, не знаю, мне кажется, я не хватит. Ой. Я повар. Мне, конечно, жарить с такими видами. Тут можно снимать, как я курю кальян? Я поставлю видео на детей. Ну да, это... Такие булочки маленькие. Хотя прям под сосиски хватит эти. Идеально. Сорянчики. Ой, невкусно, не ешь. Не советую. Так, кот не снимаем. Мишень, сколько тут мишеней? В комплекте одна? Там пишут, там что-то.
6 south. 6 за 7. Как-то неудобно читать. Тихо, 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 тихо. Я поймаю. Поймала. Ай, не знаю, конечно, в тапку вообще не кайф. Мне залетают всякие штучки под тапок. Custom. И что страшно, то, что я его разберу? Yes. There are so many. Он разбирает его просто, пытается, ну, хочет разобрать. Да. Yeah, I heard them. Yeah, they're annoying kind after a while. Yes, I bet. Все запомнил. Так, вот этого у нас не было, был другой. Не вытаскивай, это оно чуть противно. Ты знаешь, что это? Пламя-коситель? Ну, для гранаты. Для пистолета. Оно тоже выключает этого газовая система. Ничего себе. У меня рекорд 13 секунд по разбору. У меня никакого рекорда нет. Я чисто на чиле, на расслабоне. Не знаю, видно ли меня. Кайфую, погодка. Можно из кулака? Я не хочу стрелять, не знаю. Я боюсь оружия. Ну, может быть, я попробую один раз, но сомневаюсь. Мне все равно. О, тяжелая артиллерия пошла. Секунду. Калаш очень громко. Да не, он не очень. По сравнению вот с этой пухалкой, когда назад был газ, он нормально. Я когда, ну, мы без наушников, без всего стреляли. Кажется, дождик начинается. У меня болит голова, я хочу домой. Ты хочешь видеть дорогу или что? Вот смотри сюда. Маленький, вы, пожалуйста, успокойся, Джуни. Давай я тебя вниз посажу. Все. Thank you.
добрались обратно до дома. Пойдемте, собаки. Ой, капец. Ну, на самом деле, очень классно. Мне очень понравилось. И мы очень много болтали с ребятами. Я очень много болтала с ребятами, с американцами. Выучила пару сленга нового для себя. Вот. Они похвалили мой английский, сказали то, что в целом, типа, у меня очень хороший vocabulary, и в целом я достаточно хорошо говорю по-английски, вот, так что вот такие вот дела. Хочется одного — помыться, помыть собак, постирать все и лечь спать. Ну, еще покушать, на самом деле, хочется, но покушать вообще не знаю, что, потому что, если честно, лечь что-либо готовить, вот. На самом деле, по моему мнению, нет ничего лучше, чем после проведенных за городом дней принять душ. И я снова похожа на человека. Тот момент, когда они наелись бургеров. Там доделываем здесь. Ну, точнее. До этого я им собирала бургеры. Теперь они мне собирают бургер. Выглядит сочно. Это прям босяцкий какой-то бургер уже. Лук, наверное, надо. А что я могу сказать? Сам себе не походишь, никто не походит. Да. Что ты видишь? Я только слышал, сам себе не походит, никто не походит. А до этого что-то... Спиро. Лук? Знаешь, сказал, что луку еще можно добавить. Ну, я вот... Надеюсь, вам понравился этот влог, и вы обязательно поставили пальчик вверх и написали комментарий. И спасибо за просмотр. Пока-пока, увидимся в следующих видео.